В этом году в фестивале школьной прессы принимают участие около 90 юных талантов. Ребята смогут представить свое мастерство в 4 номинациях. Краткое описание фотографии, авторский видеосюжет, репортаж с места события и электронная газета. Этапы конкурса пройдут в аудиториях Центра творческого развития и гуманитарного образования. Все работы будут просматриваться жюри, опытными мастерами пера. Мы будем судить по одному критерию. Нравится это нам, как профессиональным журналистам, или не нравится. То есть победить может ребенок, у которого никогда бы никто бы не подумал о таком потенциале. Это все. Кто из участников фестиваля проявит свой талант и представит самые интересные материалы, станет известно 25 марта.